Инна Павлова – детский кардиолог. За время долгой и плодотворной работы за ее консультацией и помощью обращалась не одна сотня пациентов. В детской поликлинике Инна Алексеевна ведет прием. 2 часа доктор осматривает и консультирует, дает медицинские заключения и в экстренном случае отправляет на госпитализацию. Врач детской областной больницы – профессионал своего дела, поэтому пользуется авторитетом как у пациентов, так и среди коллег. Скажу честно, мне очень нравится. Умничка и профессионал своего дела, и достаточно компетентная в работе, и настолько доброжелательность вот чувствуется всегда, поэтому и маленькие наши пациенты, они практически даже никогда не плачут, они приходят вот к нам в кабинет, как к себе домой, вот. Мамы тоже всегда в восторге, вот просто в восторге, потому что вот доброе слово, хорошее слово, оно действительно лечит. Вот, поэтому порой, когда приходят к нам за таблеткой, а услышав про режим дня, питание, элементарные вот гигиенические навыки какие-то вот, и по жизни советы, они действительно выздоравливают, это видно. Как только Инна Павлова пересекает порог своего дома, строгий доктор становится любящей и заботливой мамой. Семья Инны Алексеевны большая, муж и 6 деток самых разных возрастов. Вместе они любят посещать выставки, ездить на дачу и вечерами гулять во дворе своего новенького дома. Несмотря на то, что на работе огромное количество дел, Инна Павлова каждое воскресенье гуляет со своими детьми. Женщина понимает, насколько необходимо для них ее внимание и поддержка. Семья все-таки для женщины, конечно, главнее, но как это лично мне важно реализоваться и в той сфере, и в той сфере. Каждая, конечно, женщина отношение к этому всему разное, и каждая имеет право на свой выбор. Но мне вот как бы мне интересно и то, и то. Я, в общем-то, очень даже неплохо училась в институте, закончила клиническую ординатуру. Я хочу и дальше, как бы, понимаете, развиваться в своей профессии. И семья мне, в общем-то, не мешает абсолютно. Я бы пожелала не бояться все-таки материнского труда, потому что, поверьте, это обязательно вам окупится детской любовью, детской радостью. И вы обязательно почувствуете эмоциональную отдачу от своих усилий. Обязательно. У нашей мамы хватает времени у нас. Мы вечером, мы с мамой разговариваем вечером о школе, обо всем. А может быть, есть какое-то дело, которое вы любите делать вместе? С мамой? По праздникам мы с мамой готовим. Большая семья вышла во двор, и на детской площадке закипела жизнь. Каждый здесь нашел занятие по душе. Двойняшки Артем и Егор любят кататься на горке. Старшие мальчики активно обсуждают на лавочке современные технологии. Родители всегда рядом. Муж Инны Павловой тоже врач, только взрослый. Он понимает специфику работы супруги и ответственность, которую каждый доктор несет перед своим пациентом, поэтому во всем ее поддерживает. Получилось, что в нашей семье у нас оба медика. В общем-то, это, с одной стороны, это затрата времени и сил, с другой стороны, это огромное подспорье и помощь, потому что, в общем-то, снимается огромное количество проблем чисто медицинского характера, которые, скажем, облегчают жизнь и решение многих вопросов и дает заранее ответы на многие вопросы. А вы когда с мамой, с папой остаетесь, что делаете в выходные? На выходные мы едем на дачу. И гуляем еще там на даче, помогаем папе работать. И папа нам на своей машине за рулем дает водить. Пиф-пиф, еще пистики стреляем. И в машинке играем. Для маленькой 3-летней Дианы мама сейчас самый близкий друг. Вместе с ней девочка познает жизнь день за днем. Диана смотрит с восхищением на своих старших братьев и сестер, которые являются для нее образцами для подражания. Они хорошо учатся, активно занимаются в кружках и секциях. Диана пока еще маленькая, но уже имеет свои увлечения, которые разделяет вместе с мамой. Мама моя вся молоденькая. Домашние обязанности, само собой, там малышей мы забираем, гуляем с ними, нянчимся. Это в основном нас так очень сильно уже не нагружают, но так есть работа все время. Чита Павловых – настоящий образец для подражания. Инна Алексеевна своим примером показывает, как хорошо можно совмещать семью и карьеру. Ей удалось создать атмосферу тепла и уюта, в которой все чувствуют себя комфортно, а потому каждый член семьи уверен, что вместе они сила, и им по плечу покорить любые вершины.